на видео снимает. Можете вопросы задавать. Если что-то интересует. Голосуем за. За изменение колониальной конституции на суверенную. Мы в 93-м году при Ельцине приняли колониальную конституцию. А написали для нас американцы. Мы проиграли в холодной войне, нас разрушили СССР, поэтому благодаря внутренним врагам Советского Союза. Теперь может произойти то же самое, только уже с Россией. Мы потеряли СССР, потеряем и Россию, если не придем голосовать, либо будем голосовать против. Поэтому за. Для своих детей и внуков нужно вернуть утерянное отечество. Молодой человек. Вот, дай Бог вам здоровья. Правильно все понимаете. А то здесь, знаете, проходят всякие. Ну, газеты, правда, кстати, не пишут. Потому что все СМИ принадлежат олигархам. Олигархи — это ставленники США. Так что наши СМИ врут. Мы 30 лет, поэтому не знаем правду. Приняли конституцию, а про нее молчок. Слово «суверенитет» запрещено на телевизоре. Скрывали от нас, потому что знали, что с оружием нас не победить. Только вранье. Вот нам и брали. А сейчас вот началась. У нас сейчас идет отечественная война за наше отечество. Биологическая, информационная война, экономическая, политическая. Нашу Россию окружили войска НАТО. Хотят сделать переворот и гражданскую войну, чтобы потом еще и побомбить сверху. Чтобы мы ослабли, а потом они уже и оружием на нас пойдут. Поэтому у нас единственный шанс остаться в живых, если честно. Да. Вот изменить колониальную конституцию на суверенную — это единственный шанс остаться в живых. Слишком много врагов, власовцев так называемых, внутренних врагов, которые против патриотов России, против Путина, против Отечества. А вы для себя снимаете? Для кого? Выставлю. Посидите, посмотрим. Спасибо. Ваше мнение. Можете мне потом скинуть. Потому что я сама себя не могу снимать. Неудобно. Это понятно. А вы куда скинете, скажите? По-моему, я вам скажу. Меняем колониальную конституцию на суверенную. Даем добро Путину.